На паркете Дворца культуры железнодорожников 170 кадетов. Они сменили привычную форму на парадную. Кавалеры в мундирах, дамы в вечерних нарядах. К новогоднему балу молодые люди готовились несколько месяцев. Кто-то на паркет вышел впервые. Но кроме дебютантов, немало и тех, кто всегда в центре танцевальных встреч. И каким бы большим ни был опыт, волнение присутствует всегда. Конечно, волнуемся, да. Также есть уверенность в себе, то есть все-таки научились. Но у девочек были отдельные трудности, так как девочки помогают другим курсам. Пластика и грация, интеллигенция и выдержка, элегантность и романтичность. Всю свою красоту и преданность танцам демонстрируют воспитанники Гомельского областного кадетского училища. В учебной программе кадетов есть даже специально отведенные часы для занятий хореографией. Гармонично двигаться под звуки музыки – дело чести каждого человека в мундире. Для дам в пышных платьях умение тонко чувствовать музыку так же важно, как и наличие хороших манер, вежливости и утонченности. Каждый кадет должен уметь танцевать полонез, мазурку, вальс. Балы имели важное значение во все времена, начиная от балов при королевских дворах и заканчивая нынешними балами. Поэтому хореографии уделяется особое внимание в нашем училище. Проводить светские балы начали еще в годы появления первых кадетских училищ. Такие праздники мужественности и грации с участием кадетов способствуют культурному и патриотическому воспитанию молодежи. Это дань твердым офицерским традициям. Во время торжественного вечера лучшие учащиеся Гомельского областного кадетского училища были отмечены знаками благодарности.